Всем привет! В конце прошлого 2018 года в соцсетях и на ютубе появился мем, который назывался SAGLIFE. И в наши дни он поднимается как самый крутой или же бунтарь. А вы хоть раз задумывались о том, откуда же взялось это выражение? Возможно, вы слышали о таком американском рэпере, как Тупак Шакур. Его песни были популярны в 90-х годах в Америке, и в них он рассказывал о жестокости этого мира, любви к семье и к друзьям. Так что же она означает? В оригинале это звучит как «The hate you give little infants fucks everybody», что в переводе на русский язык означает «Ненависть, которую вы даете детям, уже всех замучила». Именно этой фразой Шакур описывал свою жизнь в злачных районах Нью-Йорка. Его главной идеей было донести до всех, что гнев, агрессия и злость – это не самый лучший способ воспитывать детей. Люди должны прикладывать усилия, чтобы их детишки ходили в школу, получали образование, следили за собой и развивались. Ведь жизнь бандита всегда имеет два пути – в тюрьму или на тот свет. В своих интервью Шакур часто говорил, что вся власть принадлежит только богатым американцам, а это значит 1% от общего населения страны. Слова рэпера оказались такими сильными, что начали часто появляться в песнях других рэперов тех времен. В 1994 году Шакур вместе со своим другом Биг Сайком создали свою музыкальную группу, которая выпустила всего один альбом со своими песнями. К сожалению, Биг Сайк умер в 2016 году в возрасте 48 лет естественной смертью. К несчастью, его жизнь оборвалась в возрасте 25 лет. Какой поразительный феномен. Человек сказал всего одну фразу, которая смогла описать весь мир и все происходящее в нем. Даже в наше время его композиции слушают любители рэпа. А для меня самая любимая песня в его исполнении – это «Dear Mama». Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.